Теперь все новые ролики выходят раньше в моем сообществе ВК. Слышишь? Поменьше сделай. В общем, ситуация такая. Во-первых, мы возле школы. Короче, нам написал один подписчик, что он, короче, ну, не успел дописать контрольную по математике. Но он реально знал, но не успел дописать, времени не хватило. Ну, короче, дело такое, если он двойку схватит, его родаки, все, кранты там, всю жизнь без компьютера. В общем, наша задача сегодня дописать за него контролку. Но для этого нам нужно как-то проникнуть в эту школу мимо охранника, найти его класс и решить как-то его контролку. Ну, Пиш, ты же в математике шаришь. Ты будешь дописывать. Хорошо. Понятно. Разберемся. А, еще чуть не забыли. Также подписчик сказал, что, ну, там и охранник есть, конечно же. А еще он сказал, что здесь учителя странные. Короче, слушайте план. Ты, Риви, идешь отвлекать охранника. Хорошо. А как я потом к вам? Мы тебе окно откроем. Что непонятного? Вон там окно будет открыто, ты зайдешь. Ладно. Проблемы решаем по мере их поступления. Главное, отвлеки нормально. А если нас поймают, что делать будем? Что нас не поймают? Поймают. Чего? Взрослые кабаны. Мы профессионалы вообще-то проникать. Как мы кабаны? Кабаны, она? Кабаниха. Принцесска хотела сказать. Ага. Давай, за охранником. Ладно. Давай там. Я быстро. Ну. А, еще, смотрите, зацепил с собой много всего. Это у меня много всего. А у тебя? Ну, у меня инвентарь пустой. Так, а что это, зачем нам? Буквально-то вот, одна ручка нужна. Я не знаю, я всегда готовлюсь к таким вылазкам. А я загляну, повторяю. Ну, в общем, по сценарию все должно получиться. Ну, который я придумал. А, я понял. Сейчас все от нее зависит. Она отвлекает, а мы прошмыгиваем. Опа, рыбка клюнула. Тебе чего, девочка? Здравствуйте. Не могли бы вы мне помочь? У меня телефон разрядился, нужно до дома доехать. Можно с вашего телефона позвонить? Что там обсуждают? Ну ладно, сейчас, подожди, стой здесь. Сказал ему ладно. Не знаю, зачем, но сказал ему ладно. Дверь закрыл. Кажется, получилось. На, только аккуратно. Ого, спасибо, сейчас я быстренько. Что-то у вас тут не ловит? Чего? Везде ловит, а здесь? Ты куда пошла-то? Сейчас, секунду. Алло? Ну ты даешь. Самое время, нет? Ну да. Алло. Куда ты пошла? Смотреть за тобой секундочку, надо. Секундочку, сейчас. Да, мам, слушай. Получается. Это у меня телефон разрядился. Слушай, можешь меня забрать? Я тут около школы. Что? Не ходи дальше. Мамулин, мамочка, слушай, я тебя очень люблю. Хотела тебе сказать, что еще очень голодная. Ты, пожалуйста, приготовь мне что-нибудь. Турники, мужики. Да, мамочка, спасибо. Очень тебя люблю. Все, мама приедет, а то такси не получилось с вашего телефона заказать. Ну смотри. Спасибо. Так, что, какой план? Ну Риви туда пошла, нам нужно с той стороны окна открывать, нам туда. Да, погнали. Так, ребята, я надеюсь, что все сработало и пацаны уже внутри. Я рада, что у меня получилось. Пацаны! Камеры, сейчас спрячьтесь, дайте мне несколько минут. Я уже спалился. Ё-моё, у них здесь система допотопная. Сейчас. А, так у них тут кнопка отключить есть, прикиньте. Все, безопасно, чисто, погнали. Отключили камеру, погнали. Все, чисто. Чисто. Так, что-то становится уже холодновато. Окно вот тут вот. Ждем, когда придут пацаны. Я так люблю приключения. Так, она где-то тут. Сюда, окно. Тихо. О, стоит кло. Риви, так, быстрее залазь. Где охранник? Да тут шел. Давай. Молодец, самостоятельно. На батарею не ставить. Все. Тихо. Видели, как я его развела? Какой? У нас класс. Где контролы лежат? Буква А. Точно есть буква А. Так, класс третий. Точно. Третий А. Нам нужен третий А. Все, ищем. Let's go. Второй? Прочекаем второй. Я чекаю спину. Вы второй. Вау. О, третий. Третий Б. Третий Б. Блин. На правильном этаже. Четыре Б. Как это так работает? Дальше. О! Третий А! Ну, конечно, школа закрыта, классы все тоже закрыты. Ну и где взять ключ? У охранника. А в смысле у охранника? Он нас запалит. Надо как-то подумать, придумать что-нибудь. Делаем все так же, как и делали. Ты отвлекаешь, мы забираем ключ. Да нет, ты че? У меня другая идея есть. Не зря я с собой инвентарь брал. Пойдемте. И еще, в гардеробную зайдем. Ну, жарко в куртках. Это да. Стоп, я могу проверить, охранник на месте или нет. Короче, он не спит, он на месте. Но запомните, ключи лежат справа от компьютера. Я нашел там целый ряд ключей. Нужно действовать очень аккуратно. Погнали. О, пацаны, тут лифт. Ага. Не-не-не-не, мы спалимся. Точно не на лифте. Чё, чисто? Вот моя идея. Сейчас, ребята.
Но, ребята, это еще слабо. У меня есть кое-что покруче. Это лазер. Он очень-очень мощный. Отвлеку его, как кота. Но охранники всегда должны быть бдительны. Они точно пойдут и проверят. Фух, Серега, я его отвлекаю. А ты пробираешься и забираешь ключи от третьего А. Понял? Окей, понял. А я это, давайте курточками займусь. Давай. А я подержу вас. У вас получится. Давай, встаем, встаем, встаем. Я найду открытый класс. Спрячу куртки. Так давайте, ребят. Жду команды от Глента. Чё за чёрт, а? Чё за ерунда? Охранник отвлёкся. Серёга, он выходит. Да-да-да, я вижу, вижу. Оп-оп-оп, я пошёл, я пошёл. Ядрён батон, а? Что такое? Чё за ерунда? Так, ну вот ключи. Так. Серёга, давай, я со своей частью справился. Так, а всё. Это чё? Зачем мне маска клоуна, я не понимаю. Так, всё, ключи взял. Смотри, гляньте. Есть, пошёл. Очень тихо. Эй, парфей, так, всё, короче. Вот, я тут взял несколько ключей. Три А точно есть. Так, вот, где будут. Вроде вот это. Молодец. Ладно, разберусь. Ну чё, побежали. Пока охранник на месте, можешь подниматься. Так, так. Шёл третий А. Да, подошло. Давай. Есть. Let's go. А что, свет включаем, нет? Ну, охранник на первый, можно и свет включить. Давай. Чел. Так. Осталось найти тетрадку. Фамилия подписчика как? Антон Тяга. Давайте искать. Математика и конструирование, это то, что нам нужно. Информатика или математика. А, так вот же. Тесты. Сидоров, Никита Подик, Степан Шишка. Не наш. О. О. Он не решил А5, А4 решил. Решайте только тихо. Я прыгаю. Да тише. Тише, пожалуйста. С4? Это цель. Тихо, что делаешь? Тихо. Мы же тест не можем. Да, тихо, мы тест решать не можем. Он сейчас охранник валит. Понял. Саня, ну посвети, они не могут решить тест. Пиши. Найдите площадь квадрата, сторона которого равна 9 сантиметров. Площадь квадрата, сторона которого равна 9 сантиметров? 9 сантиметров. 81! А тут есть 81 см и есть см2. Квадрате. Квадрате. Это площадь. Она всегда в квадратах. Квартира сколько квадратов? Ты говоришь площадь. 100 квадратов. А если у меня не квадратная квартира, то сколько? Так нет, в эту квартиру должен помещаться. 1 квадратный метр. Ребята, блин. Мы берем квадрат, который равняется 1 сантиметру. Вот так вот. 81 одну штуку можно выставить в квадрат. Понял. 1 сантиметр. Ого, задача. На логику. Давай, let's go. В коробку входит 0,4 килограмма печенья. Сколько коробок необходимо, чтобы разложить 8,22 килограмма печенья? Это надо разделить. 20,55. Давай, пишем. Два велосипедиста отправляются одновременно навстречу друг другу из двух пунктов. Расстояние между ними 60 км и встретятся через 2 часа. Определите скорость каждого велосипеда, если у одного на 2 км больше, чем у другого. Так написано, с одинаковым. Так не, на 2 больше. 30? Пополам. Значит, у одного 32 км в час, а у второго 28. Один да. 32 км в час и 32 и 28 на 2. Это получается 16 и 14. Все верно. Напиши ответ, двоеточие, 16 и 14. Все, ребята, все. Мы молодцы, спасли подписчика. По домам? Ну какой по домам? Мы в школе одни ночью. Ну да, мы быстро справились. Я-то думал, вечеринка подольше будет. Заглянем к физруку, волейбольный мяч попинаем. Офигенски? А еще в столовку заглянем, там булки хранят 100%. Кстати, еда столовская, я давно в школе не ел. Так надо поторопиться, а то не будет вчерашних. Я уж пошутил. Типа сутки пройдут, это значит, что вчера. Вчерашний. Хлеб прошлогодний. Ключ кого? Сейчас. Где Серега? Я тебя не увидела сначала. Где обычно спортзал? Спортзал прямо. Налево. Спортзал. Это спортзал. Заходите. А че он открыт? Дверь закрою. Офигеть. Тихо, может здесь физрук есть? Почему спортзал открыт? Чтоб было меньше слышно, я дверь закрою. Слушай, спорим на поджопник, что если ты станешь на ворота, то я тебе забью штрафной. Спорим, не страшно. Давайте, готово? Все, я забил поджопник. Давай. Ой, я думал, он помягче.
Сейчас мы... Отойдите! Обуздай козла! Ты обуздал козла! Паркур, блин! Кто-то кашлянул! Быстро прячемся! Нет, реально, без шуток, кто-то кашлял! Прячемся! А ты чё бежишь? Тоже прячься! Опять школьники забывают все, раскидают ядрен батон. Это охранник. Дурак, все нормально. Только не мой портфель. Все, охранник ушел. Он портфель забрал. Вот чей-то портфель забрал. Вот твой портфель. Не мой, вот бы не мой, вот бы не мой. Это, походу, твой. Блин, там еда была. Там чипсы с пельменями. Что-то о еде заговорили, так и реально поесть захотелось. Так мы же в столовку собирались. А портфель? Там найдем еду. Ну, я за голодный желудок думать вообще не могу. Я тоже. Все, погнали, только потише. Охранник ходит везде. Лифт. В школе лифт. Мы что, мы крейзи? Мы туда пойдем. Так, вдруг он не работает. Let's go. Класс, стресс после экзамена. Снимай. Здравствуйте. Так пугает! Чисто, чисто. Ты чего там стал? Тут так пахнет! Ребята, сюда! Сюда! Еда! 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 А у кого есть? Какие деньги, мы воры. Ты сама посмотри, это выглядит, как будто специально для нас положили. Я это кусаю, ребята. Вы готовы? Тише, тише, тише. Я даже не знаю, что выбрать. Ребята, попробуйте вот это, пожалуйста, пожалуйста. Вот это, вот это, вот это, вот это. Сыграм? Угу. Че, больше? Разбирайте, разбирайте. Я так не могу. Надо заплатить. Знаете, что я в школе больше всего любил есть? Кукурузные палочки лава-лава. Их не было, еще что ты врешь? Были. Не было. Были. Реально были. У меня еще у друга папы Ламборджини была. Да? Да. Ничего себе. А у меня папа космонавт, он в космос летал. Что любила в школе? Сочники с творогом. Я уже опился, объелся. Все, можно туда по домам, на боковую. Подождите, я не уйду отсюда, пока мы не поиграем в прятки. Что? Ну вы уже кучу раз играли в прятки в школе, а я ни разу. Ну так куда тебе с нами-то тягаться? Ты еще слабенькая. Вы прячьтесь, а я буду вас искать. Покажи мне, как надо прятаться. Оп, оп, оп. Получается, оператор с тобой ходит, а мы сами себе. Только вы не забывайте, что охранник-то. А, это усложнение. Экстремальные прятки. Ты со мной. Сколько времени даешь там? 10 минут. Время пошло. Готовься. Печеньку какую-нибудь возьму. Это он тратит свое время на то, чтобы взять печеньки, погулять. Я уверена, что найти их будет легко. А вот мне попасть охраннику будет сложнее. Поэтому будем супер аккуратны. Ну вы что, прячьтесь. Ого. Это, наверное, забытые вещи. Прикиньте. Короче, по статистике обычно большинство забывают кроссовки. Все. Короче, я хочу найти туалет. Риви реально подумает, что в женский туалет, ну, из пацанов никто не зайдет. Мы же пацаны. А сказать, сниму обзор на женский туалет. Пацаны, вы же там ни разу не были. Так. Мужской туалет. А это, походу, женский туалет. Итак, короче, обзор на женский туалет. Здесь есть 3 раковины. Одно зеркало. Одна сушилка для рук. Одна мусорка. Одна дверь. Туалет раз. Туалет два. Туалет 3, туалет 4, 1 закрыт, красный крест. Возможно, здесь клад. Ну, не знаю, как будто бы не вариант все-таки. Наверное, пойдем в актовый зал. Я хочу спрятаться в лифте. Нет, в лифте не буду. Там интернет не ловит, а? Поднимаемся на 2-й этаж. Капец, лифт в школе, это, конечно, сильно. У меня такого не было. Там дуэля, интимин, интуита. Может, сейчас попасть с охранником? Вообще не боюсь Риви, потому что я уверен, я сейчас так спрячусь, на меня никогда в жизни не дойдет. Короче, ребята, у меня идейка такая, а что если я спрячусь прям вот где-нибудь вот тут, на охране? Риви трусишка точно сюда не пойдет. Хотя, место жуткое, я здесь сам буду лежать и бояться, посмотрите, какой ужас. Возле охраны прятаться не буду, я спрячусь в каком-нибудь кабинете. Посмотрите, я как будто бы снимаю какое-то видео про призраков. Здесь никого нету. Не знаю, когда всегда темно и большое открытое пространство, становится страшно. Надеюсь, никто из пацанов меня не пронганет. Захожу в самый дальний угол и просто ложусь на сиденье. Так,
прятках с Риви нужно найти очень мягкое и удобное место, потому что она будет искать очень долго и никого не найдет. Короче, я очень далеко отошел, я в каком-то классе, где здесь вот такая вот мягкая подушка. Это то, что мне нужно. Если я услышу Риви, я просто спрячусь за парту и все. На 1000% уверен, что она меня не найдет. Но, ребята, я не просто так. Я принял всякие сладости. Так, погнали, начнем с какой-то змеи. Кусаю. Если честно, не могу понять, с каким вкусом. Наверное, с банановым, потому что здесь низ, видите, желтый. Реально вкусно. Короче, на самом деле в классе оказалось очень скучно. Я хочу сейчас перебежать в актовый зал. Так, ребята, я нашел актовый зал. Я, если честно, никогда не думал, что актовый зал в школе так красиво может выглядеть. Ну, именно ночью, посмотрите. Все такое подсвечено. Прям... Ты че, больной? Ты че так пугаешь? Я себе место забил, это мое. Самое комфортное место, прикинь. Ладно, если Серега прячется здесь, то актовый зал не подходит. Походу, надо возвращаться в кабинет. Слушайте, у меня есть гениальная тактика. Здесь есть вот такие вот колонны. И я думаю, что... Риви, она... Ну, она же Риви. И если она здесь будет проходить, я просто буду крутиться вокруг колонны. Я профессионал в прятках, поэтому хочу попробовать вот такую вот опасную тактику. Все, ребят, время вышло. Сейчас будем искать пацанов. Главное двигаться очень тихо, потому что охранник может спалить. Охранник на посту. Если он здесь, то пацанов тут точно нет. Поэтому я хочу забраться повыше и начать искать оттуда. Вроде не заметил. Блин, может быть, это была плохая идея. На самом деле это опасно, а вдруг он нас поймает. Let's go. Добрый вечер, Ванесса Ивановна. Добрый вечер. Я пришла, как и договаривались. Сейчас схожу в свой кабинет, возьму все необходимое и можем начинать. Я уже 2 дня к этому готовлюсь. Но если честно, я очень волнуюсь. Бросьте, здесь нет ничего волнительного. Просто расслабьтесь и сосредоточьтесь на главном. Умеете вы подбодрить? Думаю, я справлюсь. Что стрёмно как-то. Все, жду вас в учительской через 15 минут. Блин, это походу училка. Значит, шансы быть пойманными удваиваются. Нужно срочно найти пацанов и валить. Парни! Парни! Точно не тут. Блин, вот я дурочка. Можно же им позвонить. Клиентик, поднимай трубку, пожалуйста. Скидывает. Ладно, будем искать своими силами. Ребята, я пока ждал Риви. Смотрите, что нашел. Подписчики скинули. Не, подписчики, вы, конечно, гений. Парни, входите! Ну, срочно! Парни! Парни! Где вы? Срочно! Надо проверить кабинет. Влад, Глент, Серега! Где вы, ребят? Выходите срочно, мы в опасности! Парни! Пацаны! Блин, нужно их срочно найти! Ребята! Она меня не нашла, тупо прошла мимо. Пацаны! Пацаны, срочно вылазьте! Я не шучу! Мне нужно вам кое-что сказать! Где вы? Серега! Меня нашли! Серега, влазь скорей! Что? У нас проблемы. Как так, Туги? Я последний? Нет, ты первый. Почему ты на телефон мне не отвечаешь? Как почему? Мы в прятки играем. Ладно, слушай, пока я вас искала, пришла училка. Нам нужно срочно сваливать. Что за училка? Я не знаю, какая это училка. Она еще как-то странно разговаривала с охранником. Не знаю, может, у них какое-то собрание учительское. Ладно, раз ты меня нашла, собираемся. Нам нужно срочно найти пацанов и валить отсюда. Это будет нелегко. Давай. Я надеюсь на твою помощь. Давай. Где они вообще могли спрятаться? И вечно из соленых ран сырая незримо брызжет твоя кровь. Это кто такая? Это та училка. Только она в другом костюме. Выглядит странно. Я бы даже сказал, жутковато. Настал тот день, где все свершится. Нам нужно с тьмою подружиться. Ты это
что-то слышу. Ага, что-то про тьму. Там что-то должно свершиться. Так, все, быстрее, пойдем искать пацанов. Говоришь, у тебя что-то странное. Привет. Прошло, ребята, уже я не знаю сколько уже. Полчаса минимум. Я уже ничего не боюсь, просто валяюсь в коридоре. Вот, посмотрите. Ребят, меня Риви, походу, вообще не ищет. Потому что я сидел в кабинете. И я даже не слышал, чтобы она рядом проходила. Мне уже достало, я просто по школе начал гулять. Бу! Ты чё? Привет. С ума сошёл. А ты чё не прячешься? Да всё, меня уже давно не ищут. Вот у меня такая же фигня, ни разу не прошла. Так, 5 литров крови есть. Ага. 5 ножей. Электропила. Хлыст есть. Бинты 16 рулонов. Офигеть. Какие-то шуты. Короче, надо находить Серёгу Риви и сваливать отсюда. Это уже ненормально. Так, она туда? Там в другую сторону. Может, это им напишем? О, давай. Тихо. Ребят, чё? Вот они. Так, я... Стоп. Мы уже не играем. Мы уже не играем. Фига не прятки, здесь шуты по школе ходят. Тут ножи какой-то, шуты. Мы то же самое видели, прикинь. Училка, шут какой-то ходит. Надо сваливать отсюда. Стоп. Вам не интересно узнать, что здесь происходит? Ну, какой-то странный движ в школе. Надо разобраться. Так, давайте составим план. Продолжаем двигаться скрытно. Это первое правило. Да. Так. Говорим тихо. Так, снимаем все, на всякий случай. Да. Так, дальше... Так, пацаны, стой, я по-быстрому в туалет сбегаю, ладно? Я уже не могу, терпел просто. Беги. Тут он рядом. Ну, Сережа, как обычно. Получается, ну, давайте найдем учительскую. О, кстати, наверное, учителя и в учительской будут тусить. Так, она шла оттуда? Туда. Значит, учительская или там, или там. Нет, вон там, 100%. Она очень уверенно шла туда. Так, я так. Давайте. А давай ты это придумал. Ты впереди. Так, на всякий случай решил камеру достать, чтобы мало ли кто-то здесь пройдет. Там кто-то зашел. Там кто-то есть. Офигеть, откуда здесь мим? Походу, мне хана. Может, через окно? Так она нету. Может, он уйдет? Так становится все страннее и страннее. Что происходит в этой школе? Надо бежать. Учитель. Так, сейчас. Бру! Короче. Что такое? Там мим какой-то в туалете был. Еще клоун. Еще какой-то клоун. Да. Так, и что делаем? Может быть, просто ворвемся, начнем их снимать на камеру и такие... И что? И тогда нас свяжут, и их забьют. У нас все будет... Он зашел в учительскую. Слушай, ты меня вообще отвлек. Я хотел подслушать, о чем они вообще там говорят. Так давайте сейчас это сделаем. Снимаешь? Тихо. Ребята, мы сейчас, возможно, разоблачим эту школу. Здесь учителя сумасшедшие. Красятся в клоунов, пугают детей. Там какая-то кровь, ножи. Вот, посмотрите. Мочалка. Так ОПГ называют. Пора посвятить тебя в наше тайное сообщество. Отныне ты будешь моей правой рукой. Нас становится все больше. Детишки будут в восторге. Полицию вызывать. Сейчас, надо подумать, что делать. Так, первый вариант — это полиция, да. Ну, я предлагаю, что нам нужно с камерой забежать и снимать репортаж. Я говорю, третий вариант. Сразу забью. Может быть, драка какая-то. Тихо, слишком громко. Давайте. Посоветоваться. Собрание. Блин. Так, думай. Ребят, а может быть просто свалим, а? Нет, мы это так просто не оставим. Предлагаю, ребят, послушайте меня. Врываемся и накрываем эту шайку. Нет, это тоже очень опасно. Стоп. Пацаны, есть идея. Можем по-тихому за ними подглядеть. Как? У меня в рюкзаке есть. Дай сюда. Чего? Шпионское устройство. Опа. Чё ты молчал? Да на всякий случай взял. Опа. И камера. А ну-ка. Так, все, установил. Ну что, видно? Да. О, всем привет. Ты это приоткроешь, я возьму это на себя. Сейчас ты отправишься в ад. Кажется, у нас гости. Кто это?
Нас поймали, забрали, бежим! Чего? Да пошли, нас спали! Что? Бежим! Так, все, нас поймали! Ребята, что делать, что делать? Ребят, давайте поговорим! Ванесса Ивановна, а я не понял, эти здесь что делают? Охранник? Охранник? Чего? Не оттирается. Чтобы к утру пол блестел, ни одного писяка не было. Ну, Иван Петрович, Валентин Александрович, продолжим репетицию, завтра все-таки утренник. Да. Пойдем? Пойдем. Ну тоже мне странный утренник, по-моему. Что-то там с бензопилой там. Не для детей. Блин, а как мы вообще сразу не поняли, что они репетируют? А что, мы здесь не учимся, зачем нам полы мыть? Непорядочно. Ну что сказать, ребят, вот такая история получилась. Местами даже не поучительная. Но самое главное, ребят, что мы помогли подписчику. Антоха. Давай, красавчик. Ну что, продолжаем. И Саня, не филонь, давай тоже за швабру.